Здравствуйте, меня зовут Усманова Маргарита. Сегодня я покажу вам технику горячий батик. Для этого натягивается шелк на подрамник, разогревается парафин, то есть это обыкновенные свечки. Вот плита у нас на водяной бане. Сегодня я хочу показать как бы свободную роспись техники горячий батик. Не обязательно делать контур по рисунку, можно сразу же свободно начинать работать. Так вот, кисточкой мы аккуратно промакиваем. Сегодня я буду делать платочек в свободной технике горячего батика. В данном случае парафин выполняет технику тоже резерва. То есть там, где парафин, у нас останется белого цвета материал. Итак, вот он, наш парафин, он высох уже, и теперь можно красить. То есть можно даже по парафину пройтись, вот, не бояться разукрасить его. Есть еще такой метод, можно бросить соль, чтобы у нас получились очень красивые разводы. Красим другим цветом, синим. Тоже можно соль бросить. Итак, наш рисунок готов. Подсохнет. Мы должны убрать эту соль. Потом мы должны через газету прогладить утюгом. И наш платочек готов. До свидания, до следующих встреч!